Стиральная машина Siemens. Стиральная машина Siemens серии IQ. Управление. Значит, включаем кнопку питания. Загорается надпись Siemens. И вот здесь вот у нас есть слева ряд кнопок. И справа ряд кнопок. И кнопка старта. Выбираем необходимую нам программу. В данном случае мы выберем... Следующее мы выберем, например, слив, самую короткую программу, и нажмем кнопку старт. Замок здесь импульсный, прозвучал звуковой сигнал, стиральная машина запущена. Здесь на дисплее отображается ход выполнения программы. Когда эта шкала полностью закончится, высветится окончание. Данная модель стиральной машины серии IQ 1883. Учитывая, что мы поставили сливы, воды там не было, слив произошел мгновенно, меньше минуты. У нас появилась надпись на дисплее «Выгрузите белье», и импульсный замок сработал на открытие. После открытия мы можем выгрузить вещи и выключить кнопку питания.